В наш график, поэтому мы успеваем. И тогда мы продолжаем. Вот наши друзья из Кременчуга. Это Владимир Михайлов, Людмила Мосина и Владимир Шестаков. Я думаю, Владимир Георгиевич Михайлов передаст наши поздравления и пожелания. Почетные грамоты за вклад в развитие и в связи с 20-летием МСУ. Литературного процесса в Украине награждается Александр Морозов, город Дебальцево. Всем приходит восторг, когда мы рядом подарок. Владимир Давыдович, не присаживайся. Грамота из-за книги последних лет и вклад в развитие литературного процесса в Украине награждается Валентин Стронин, город Антрацит. Хочу вам всем пожелать счастья, здоровья. Я из Антрацита. Это символично, Донбасс. Дай Бог, чтобы у нас все получалось. Здесь собран цвет нации. Я не преувеличиваю. И хочу, чтобы в нашей жизни и в жизни наших детей был только мир, добро и счастье. Благ нам. Будь всем. В связи с 20-летием МСПУ и за вклад в развитие литературного процесса в Украине награждается Олег Бондарь, город Харьков, и Элеонора Булгакова, город Харьков. Самое главное это. Ну, спасибо. Не закрывайтесь, ниже, чуть ниже.